будет 15 секунд, чтобы угадать минус. В этой песне не будет слов, это будет минус композиции, так как я работаю с этими всеми артистами, это будет минус данной композиции. И, друзья, как поступим? Я думаю, наверное, песенки по три каждой девушке хватит, да? Да! Да! Дашки, простите, ну ладно. Первая у нас будет Светлана, вторая у нас будет Дарья, третья у нас будет Луиза. И по порядку вы должны угадать данные композиции. Так, кто угадает все, та и получит данную бумажку. В общем, я пошел за пульт, девчонки, удачи вам! Светлана. Света! 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 А тут группа поддержки образовалась, классно! А, Даша. Не, у Светы круче. Так, у меня тут что-то Домру от меня хочет. Домру, отвали. О. Ну что ж, друзья, первые 15 секунд для Светланы. Молодец! Хорошо, вторая композиция будет сложнее. Зал, ну пожалуйста, перестаньте подсказывать, вам все равно не перепадет, но я же их знаю, они ж... У них в глазах написано, мы сами набухаемся. Хорошо, так, третья композиция, вот сейчас, нет, если она и это угадает, я увольняюсь нафиг. Зал, тихо! Не, ну называется она правильно, «Песенка для друзей». Ну и все! А кто ее исполняет? Ну и все! Краски, краски! Краски! Нет! Нет! Зал, чего вы так херово орете? Я уже 7 раз ответ услышал. Вот. Правильно. Ладно, засчитываем? Светлана, молодец. Дарья, ваш выход. О, Света, давай. Я тоже так, может, хочу сказать. Света, давай. Ну, меня побьют, если я так скажу, наверное. Молодец. Вот ты мне скажи, какого фига, когда я их выбирал, ты в углу пряталась? Я всех звал. Плохо стояли, значит, тут вообще, я не знаю. Может, я тебе подарю и не будем разыгрывать, а? Я боюсь, они меня побьют. Слушай, я один с тремя не справлюсь, честно. А, ты поможешь? А, и я с вами. Отлично. Братан, прости, у меня сегодня будет секс втроем. Ладно, смех смехом. Ну что ж, следующая композиция для... А, ой, забыл. Как? А, Дашка, у нас же сегодня три Дашки, точно. Вот это будет сложно. Все уже спели. Как зовут-то? Да не тебя, а кто поет, как зовут? Да понятно, что Гасманов, имя-то какое? Олег! Схерали Олег-то? А кто, блин? Это сын его. Родион! Ну понимаешь, она и тот знает, я сейчас вас выгоню и ей подарю. Родион! Ладно, танцуй пока молодой, правильно, Родион Гасманов. Вот это будет... Кстати, практически все эти композиции сегодня играли. Поехали дальше. Многоуважаемые бармены, можно
вот кого-нибудь из вас обратить на меня внимание. А у нас есть поощрительный приз? Хотя бы какой-нибудь мини-коктейльчик. Вот можно организовать? Отлично. Вот сейчас к вам подойдут блондинка и брюнетка, одной рубашка в горох. Подарите ей поощрительный приз, она уже 6 песен угадала. Хорошо? Договорились? А, литр, ты слушай, литр только за деньги. Ой, что ж, с Питера я завтра туда улетаю, у меня мега-дискотека там завтра, и ничего не знаю. Три песни прошло, хорошо. Три. Луиза. Я, конечно, не знаю. А Продиджи, да? Ну давай Продиджи. Следующая композиция будет Продиджи. Вот прям Продиджи с Make My Beat Sharp. Нет. Нет. Ты головой ударился, что ли? А, два раза? Братан, мне тебя жалко, правда. Прости, конечно, но... Ну, давайте, ладно, повтори, друзья. Повторяем. 10 секунд. Какие нафиг руки вверх? Какая акула, вы что, это группа демо? Минус один. Ладно. Следующий даю подсказку. Это мужчина с гитарой поет песню про аморальных женщин. Я ей приз сейчас отдам. Ну, давайте уж, ну, для протокола третью песню послушаем, правда, а кто это? А, о, классная песня, я с ней 7 лет отработал. Офигенная женщина. Хорошо, краски, как ее зовут? Ты что, с ума сошла, что ли? Полстраны, ну, и чё, что ты из Твери? Оксана! Оксана! Её зовут Оксана Ковалевская, группа «Краски», я полюбила бандита. Ну что ж, ладно, я сегодня добрый. Нет! Всем палитру не проканает. Дарья, прости. Ташке я не специально, но имя не помогло, как бы тут, ну, Светлана, ну, я думаю, заслужена, да? Светочка, вот с этой штукой чешешь в бар, говоришь, мне надо ушататься. 7 литров коктейлей тебе дадут. Выдержишь? Нет? Ладно, можно вот вас обеих сюда? Многоуважаемые бармены, обратите на меня внимание. Вот две девушки, это поощрительный приз, там каких-нибудь 2 мини-коктейльчика можно. Хотя она тоже бармен, ну ладно. Вот пару поощрительных призов. Можно? Отлично. Спасибо, друзья. Ну что ж, мы продолжаем дальше. Аплодисменты нашим участницам. Мега-дискотека едет с такой скоростью, что остановиться уже невозможно. Я, конечно, сейчас подумаю, что мне поставить, потому что вы нереально крутые, очень классные. А у меня уже фантазия заканчивается. Правда?